Камчатка получит на реализацию нацпроектов 108 миллиардов рублей до 2025 года. Об этом сообщили в Заксобрании региона. По словам первого заместителя спикера краевого парламента Андрея Копылова, эти средства уже запланированы в бюджете. В этом году деньги начали поступать. 109 миллиардов, да, там на Камчатку. Но это деньги предусмотренные. Если мы защитим эти проекты, мы их получим. Да, на эти 100. Если мы не защитим, мы не получим эти 109 миллиардов. И если мы, если, допустим, у кого-то есть какие-то интересные идеи, да, в реализации, успешной реализации какого-то национального проекта, то это тоже не конечная цифра. Она может быть и 200 миллиардов. Копылов напомнил, что в рамках нацпроектов предстоит решить самые насущные проблемы. Построить жилье, дороги, социальные объекты, в достаточной степени оснастить медицинские учреждения и многое другое. На Камчатке создана региональная группа по мониторингу за нацпроектами, которую возглавляет председатель краевого парламента Валерий Раенко. Подробнее на сайте Заксобрания региона.